Яркий праздник в честь эстафеты огня седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» устроили в Большом Камне. Город президентского внимания стал первой точкой в маршруте эстафеты, охватывающей все округа и районы Приморского края. Со знаменательным событием жителей и гостей поздравил глава города Рустям Абушаев. Хранители огня передали горящий факел Рустяму Абушаеву. Он стал первым факелоносцем эстафеты в Приморье. Участниками также стали представители спорта. С волнением и трепетом факелоносцы гордо пронесли пламя игр по центральным улицам и памятным местам города. Кульминацией праздника стало торжественное зажжение чаши огня. Проведение эстафеты огня означает, что до открытия игр остается совсем немного времени. Мы подходим уже к финальной черте. Эта черта знаменовывает то, что проходит по всему краю эстафета огня игр. Готовность объектов на сегодня высокая. Закуплен необходимый спортивный инвентарь, подготовлена сборная, подготовлен ряд волонтеров. Регионы и страны уже на низком старте, все готовы прилететь и все уже побыстрее хотят окунуться в атмосферу игр «Дети Азии». Для нас очень символично, что именно Большой Камень является началом, стартом эстафеты. Это город президентского значения. Как вы знаете, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича проходит подготовка и проведение игр «Дети Азии». Поэтому город Большой Камень очень живой, большокаменцы доброжелательные достаточно люди. Поэтому именно было и географически находится в очень удобном положении, чтобы первый из всех муниципалитетов был именно он.